Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Для девятиклассниц Мадины и Анны этот день первый рабочий. Сегодня они трудоустраиваются в детский сад в качестве подсобных трудяг. На это место их направили из Центра занятости населения. Всегда, когда есть свободная минутка, я пытаюсь заработать немного денег. И иногда я хожу на кружки, но в свободное время я хочу работать, ищу работу. Это лучше, чем сидеть дома. Анне и Мадине в ближайшие 2 недели предстоит наводить красоту на клумбах детского сада, полоть и поливать. Вот их обязанности. Та же работа ждет еще 84 подростка, которые также получили направление в дошкольное учреждение из Центра занятости. А 10 школьников будут благоустраивать помещение Комитета по делам молодежи. В первую очередь, конечно, предпочтение отдавалось детям социально незащищенной категории. То есть это у кого одинокая мама, многодетная семья или доход в семье. Маленький. А вот на благоустройство речки Маринки в этом году не отправят ни одного подростка. Многие помнят, что в прошлые годы именно они избавляли протоки от мусора, веток и тины. Теперь же этого производиться не будет, финансирования на это нет. Однако специалисты надеются, что подростки будут задействованы на городских предприятиях. Центр занятости уже получил подтверждение этого от Нефтегазстроя, Искожа, Ремжелстроя и сервисного центра «Наш дом». На эти предприятия в основном берут детей сотрудников, вот трудоустраиваться. То есть количество будет разное на разных предприятиях, кто сколько сможет принять. Вот. Но мы предлагаем всем работодателям принять участие в этой программе. То есть дети, чтобы наши дети были заняты. Мы приглашаем, чтобы, значит, для того, чтобы доход в этот период у детей повысился, мы от центра занятости делаем доплату, материальную поддержку. Пусть она небольшая, но все равно дети получат денег больше. Работать подростки будут в период с 6 по 17 июня. При этом на прополку грядок они потратят не более 2,5 часов в день. А зарплата же будет скромной. Она составит примерно четверть от минимального размера оплаты труда. Но, по словам подростков, это все же лучше, чем проводить каникулы без дела и заработка. Лариса Миронова, Денис Кузнецов. Информационная программа «Время новостей».